чемпионате мира. Они заняли 5-е место. Вот вслед за ними на лед выйдут Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которые на этом же самом чемпионате были серебряными призерами. Но Медалина Арон и Макс Сетладж, мы их видели неделю назад, они выступают подряд на 2 этапах в США. На своем домашнем этапе они заняли 5-е место. И здесь у них есть шанс подняться выше. Come, we do it again.
заслуженные аплодисменты. Интересно, что эта пара еще даже ни разу не выступала на взрослых чемпионатах Соединенных Штатов Америки. Они, безусловно, лучшая юниорская пара США. И на чемпионате мира последнем юниорском они были пятыми, как я уже говорил. Но вот им доверили выступить на двух американских, североамериканских этапах гран-при. И надо сказать, что они очень неплохо справились с этими двумя этапами. И пятое место на этапе в США. И здесь они сейчас, скорее всего, останутся лидерами, то есть как минимум четвертыми будут, а может быть даже и выше поднимутся. Вот подвел их, конечно, параллельный тройной сальхов, где было падение, и с недокрутом был исполнен этот прыжок. Ну и вообще с прыжками проблемы у них были, потому что комбинация из двух двойных акселей, оба акселя арбитры посчитали недокрученными. Это значит, что за два прыжковых элемента, которые входят в произвольную программу, они в сумме получили где-то меньше 4 баллов. То есть прыжки их явно подвели. Но зато остальные компоненты, они справились с ними очень даже неплохо. И подкрутка, и поддержки, и выбросы. Все было на хорошем уровне. Довольны сами спортсмены. Потому что в любом случае они сейчас получат оценку, которая будет их личным рекордом. На турнире в США неделю назад они за свою произвольную программу получили где-то порядка 101 балла. Сейчас оценка будет повыше. Ну и компоненты хорошо оценили арбитры. От 7 до 7,2 оценки за компоненты программы. Да, молодцы. Счастливые улыбки на лицах. Сейчас они станут лидерами. Четвертое место им гарантировано. То есть два этапа взрослых, на которых они дебютировали, и неплохие итоги. Да, 108,71. Счастливые фигуристы, довольны их тренер. И они первые, 160.